своей быте. Но погоди, помогай, как будто это будет. Вот висит ее курточка, она не выходила. Я услышала какой-то страшный такой, как выбух, наверное, сумасшедшей силы. Вот. И потом я вскакиваю, не знаю, куда мне деваться. Паника вначале, конечно. Но я выбежала, вот у меня окна выходят и во дворы на Васильковскую. Я выбежала, все машины, сирена, то есть работала у всех машин сигнализация. Вроде, знаете, никаких нету ни дыма, ни гари, ничего. Но что происходит, непонятно. В общем-то, это какие-то 5 минут, в общем, у меня хватило, ты же паника сумасшедшая. Потом я открываю двери, уже 5 минут буквально прошло. Полиция, люди с торбами, с детьми на руках.